Украина же точно так же сейчас вот тот застрявший дату, якизм мерз. Мы вышли, и он застрял между вот он застрял между 7-м километром и сухим лиманом. Вот Украина где-то тоже между 7-м километром и каким-то там лиманом. И заносит вокруг все, и все больше и больше и больше. И это заносит все коррупцией, завозит все неэффективностью, заносит все тем, что вы наши ожидания не оправдались. Поэтому точно так же, как вытащили сегодня этого отца, этой девушки, которая нашлась, послала мне месседж на Facebook, месседж там с просьбой о помощи. Точно так же мы все вместе пришли сейчас на помощь Украине. Мы обязательно вытащим Украину из этого болота и пойдем вперед.